Копейске сгорел нежилой барак. Пламя было настолько сильным, что перепугало местных жителей. Люди вызвали пожарных. Эти кадры сделали на мобильный телефон очевидцы. Известно, двухэтажный дом еще до инцидента был признан аварийным, и жильцов уже давно расселили. Местные жители рассказали, что в заброшенное здание часто приходили бомжи. Не исключено, что бездомные могли разжечь костер в бараке, а потом его не потушили. Хотя также не исключают, что его могли спалить, чтобы не тратить деньги на снос. На место прибыли 4 бригады пожарных, пламя тушили всего 10 минут.